Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Linka Game, да, не забываем всем любителям динозавров, не забываем подписываться на канал Jurassic World, в общем-то, на канале он есть в рекомендованных каналах тег, а мы сейчас, да, в легендах Дракономании, так, вот, по-моему, я вот здесь, как акция началась, я вот один раз зашел и больше сюда не заходил, короче, так вот выпал из режима, так, а здесь у нас что? Предыдущий поход в темницу, а ну я там практически ничего там не участвовал. Давайте сейчас заглянем. И чё мне тут? Ну, давайте в бой. Давайте помчимся в бой. Так, 35-й. Вот так, давай. Противники у нас тут, точнее, мои динозаврики автоматически подобрались, да? Если что, их можно поменять. Если кто-то окочурится, можно поменять, и нужно собирать вот эти вот очечки, монетки. Но не вот эти, по-моему, другие монетки, за которые можно будет потом купить вот тот остров, как оказалось. Вот так вот. Ну, в любой момент мы можем прекратить, да, этот поединок и вернуться к нему, когда посчитаем нужными. Вот когда наши все кочурятся, выбрать используйте, то есть он использовать рекомендованного, короче, проще. На, черт, у меня там и так был ледяной камень. Прикольно так перегрелся на солнышке и уснул. Переключились мы сразу на мощного дракона. Так, давайте всех задуем. Это наш дракон-роллер. Уже 43 уровня. Потихонечку его прокачиваю неспешно. Так, я получил немножко очечков. А, что тут по заданиям? Победите следующего дракона, победите драконов слабой атакой, победите два дракона одним ударом. Что такое? 6 раз, что ли? Слабая атака, вот, пожалуйста. Победили слабая атака. Ничего себе, так отравление тут нас насобиралось. Так, вы какого уровня? А, они уже крепкие, ё-моё. Так мы... Я думал, тут можно очень долго сражаться, а оказывается, нет. Так, это у нас дракон-шишка. Прикольный. Прикольный дракон-шишка. Так, ну давайте, ладно, посражаемся. Раз такие дела, посражаемся здесь. Мне прям любопытно стало. Так, роллеру уже хана. Он уже 10 раз умер. Так, что сделать? Подхилять? Или ослабить? Ну, давайте ослабим. Да, у нас, кстати, гнев дракона. Что-то я эти идеальные удары не выполняю. Сейчас мы быстро насобираем. Блин, ну мышка, это нереально насобираться. Вообще имеет значение, по кому бить? 37 ударов. Ну, это почти в 2 раза меньше, чем можно сделать на телефоне. Так, что, все? Но никого уже мне не предлагает. Все мои сильные драконы закончились. Вот и все.
Так, у вас не осталось драконов, готовых к битве. Начните сражение заново, чтобы получить больше наград, и попробуйте установить рекорд побед в этот раз. Начните заново, и вы вернете своих драконов. Ну, ладно. Вернуться к основному экрану. Вот так вот, короче. Эта штука работает. Магазин темницы. А вот старые очки. А, так, какие у нас здесь новые драконы? Снежный призрак. Легендарный светлый. Бутон. Ну, эти ребята у меня есть. Вот. Жадеид. Жадеида у меня нет. Драконы, украшения, спецпредложения. Вот так вот. Так, так, так. Но это не то. Это очки битвы. А как там, что во что конвертируется? А, вот эти очки вот здесь можно потратить. Открываем сундучок. Так, куда-то мы тут сможем дочапать. Ну, давайте будем собирать жетончики, что поделаешь. Так, ну все, на этом у нас дело закончилось, да? Что за боевой бонус? А, это нужно насобирать... А почему у меня ноль? Побед? Как получить здесь победу? Непонятно. Непонятно. Так, давайте смотреть, что у нас тут. И заядлый фермер. Как можно больше еды. Ой, апчхи, будь здоров. Так, это хорошо, что здесь. Ну, этот дракон вообще... Вообще мне не нужен. У меня мороженка уже есть. Так, ну, здесь потратить кристаллы тоже нам не интересно. Так, так, так. Ну вот здесь, как бы собрать золото, накормить дракона, поймать существ, можно вот за сегодняшний день получить себе эти кристаллики, да и все. Апчхи, еще раз. Так. Странно, почему-то не могу уменьшить. Блин, да, это я пытаюсь вывести легендарного дракона. Попыток нормально таки сделал, но это у меня походу лев, лев, лев. Ну 10 дней еще, может, успею. Еще, может, успею. Так, блин, а как же тут тебя уменьшить? Почему у меня на этом эмуляторе по нажатию средней клавиши ни черта не уменьшается? Как эта тема работает? Непонятно. То есть я нажимал обычно среднюю клавишу, там двойной клик, тролливали. Короче, можно отдалить немножко было. Давайте VIP-билетик возьмем, даже два возьмем. Это нам пока не надо. Так. Так, золотишко мы сейчас насобираем, я думаю. Так, вообще-то вас куда-то есть возместить? Мне нужно кормить драконов. Да. Есть куда разместить. Тут можно еще золотишечко пособирать. Так, и давайте накормим у нас. Только насколько надо. Ну, нам не дадут его накормить по полной программе, да? Или дадут? Ага, не дадут. Давайте сразу продадим его, чтобы место не занимал. И пойдем сейчас соберем оставшуюся еду на вот этой ферме. Ух ты, раз, два, три. Мультипосадочка на 1 час. Давайте что там мы
по заядлому фермеру, но маловато, блин. Ну, не успею я за сегодня это все дело выполнить. Так, этих нужно наловить еще очень много, 60-70, блин, что-то я... Их как-то мало летает. Я ж не заходил в игру, блин, а почти всю неделю, а этих подарков летающих что-то так мало. У них лимит-то побольше, чем я вот сейчас поймал. Так, изменилась вот эта вот картиночка. По заданиям. Готово, готово. Готово. Отправить подарки друзьям. Это пожалуйста. Код дружбы 5B0F59. Так что, ребятки, добавляем. Давайте так рандомчиком кому-то там отправляем. Кому попало, тот счастливый. Ну вот как-то так. Выиграть сражение и исследуйте руны. Так, а есть ли у меня какие-то руны? Это тоже интересно. Так, вот задание выполнили. Осталось завоевать немножко. И вообще будет отлично. Так. Ну, игра только что на эмуляторе я заново установил, потому как бы тут еще, опять же, не все прогрузилось. Ну и то хорошо, помните, на старой винде у меня. Подождите, мне иконки эти не прогружались. А ну-ка, здесь битвы. А, блин, и здесь тоже не прогружается. Это какой-то глюк эмулятора. Какой-то непонятный глюк эмулятора. Так. Ну, помчали. Помчали в битву. Неожиданно. Довольно крепкий какой-то он оказался. Давай, факел. Подожги всех. Оу, 50 уровень, надо было усилялочку взять. Блин, живучие вот эти вот дымки. Готово. Ой, боевой сундучок. Так, хорошо. О, 50. Тут вообще шикарно. Кого возьмем? Листика возьмем. Справится? Надеюсь, он там один такой сильный. Зелень и энергия. Так, 10 уровней. Ладно, 8 уровней разница, было легко. 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 Так, вот это самый сильный, да? 50-й на все звезды. Так. Завалили. А, ну и тут изи, все отлично. Темная энергия. И минотаврик. Что-то как-то подглючивает звук, да? То есть, то нету. Так, 53-й. Давайте возьмем. Блин, ну это мощный дракон. Это мощнее, чем мой. 53-й.
Ну, вот примерно моего уровня получается, блин. Сможем? Не сможем. Думаю, сможем. Так, 47-й. Синий, песчаная лисичка была. Так, 53-й. Этого должно хватить. За один удар, отлично. И 40-й. Огненная птичка. Там какое-то пламечко какое-то, да? Или феникс, как там звали этого дракона. Так, легендарный сундук, судя по цвету, а ну. Ну, награды так себе. Ну, правда, вот кубков неплохо дали. Очков. Так, что у меня тут еще осталось? Миха у меня только остался. На 53-й, ну, давайте будем пробовать. Сорок пятый изи. Сорок четвертый. Сорок седьмой. Ну, это крепкий парень. Давайте возьмем. А то мог еще и выжить. 50-й. 53-й. Блин, надеюсь, у меня... Так, не давайте я так. Наверняка. Ну и все. Прерия. Затащили. Ну чё, все сразились, 957 кубков, в принципе, при желании сможем забраться снова за 1000. Так, 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 так. Собрать подарки стоит. Ну. Не туда. Пром... иди сюда. Так. Во. Ать. Вот так, так. Чё это, ребята, все разбежали, чё подарков не насыпали? Непорядок. Непорядок. Ладно, ребятки, на этом тогда я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.